بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي أنار العقول بنور العلم فأزال عنها غشاها والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهاره إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры просим Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля как нас собрал вместе здесь в этом эфире на также чтобы Аллах Субхану ва Тааля нас собрал в вечности Фирдаус аль-Аля в вечном Джанна аль-Фирдаус. Я прошу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы принял наше поклонение в этот благой месяц, в этот месяц Рамадан, чтобы принял наши посты, чтобы принял Всевышний Аллах Субхану ва Тааля наше поклонение, наши намазы, наше аддуа, наше таравих намаз. Прошу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы в скорейшем будущем Всевышний Аллах Субхану ва Тааля отдалил от нас эту эпидемию, отдалил от нас эту пандемию, иншаллах, чтобы мы вернулись к обычному режиму, поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля в мечетях, иншаллах, мужчины, альхамдулиллях, чтобы вместе в следующем году, иншаллах, совершали ифтары. Валлаху валию залик ва кадиру алейхи, поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, Он всемогучий, и ничто не создает Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля усложнений. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля яхлюку ма яшау ва яхтар. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля создает все, что пожелает и выбирает. Уважаемые братья и сестры, сегодняшняя наша лекция это Аль-Куран фи Рамадан. Куран в месяц Рамадан. Мы знаем то, что каждый год, альхамдулилля, верующие люди стараются побольше читать Куран в месяц Рамадан. Альхамдулиллях, вообще верующий человек всегда живет с Кураном, соответственно Курану поступает в своей жизни, Куран повторяет, заучивает, читает. Но однако месяц Рамадан, часто бывает такое, что люди дают акцент только на пост, как правильно поститься, то есть когда кому можно поститься, кому нельзя поститься, кафара, то есть как если нарушил пост, как это потом нужно кафару сделать, то есть штраф за это. То есть вопросы все в основном связаны с сиям, вопросы основные связаны именно с постом. Но однако забывает то, что также дают много, альхамдулилля, наши братья и сестры рекомендации, там диетологи, как то есть, не переедать в Рамадане, как правильно делать ифтар, то есть свои какие-то фишки, какие-то со своими опытом делятся. Альхамдулилля, это все хорошо, но однако забывают о духе Рамадана, о душе Рамадана. То есть, так как месяц Рамадан, это месяц сиям, месяц поста, но также месяц Рамадан, это месяц Аль-Кур'ана, месяц Кур'ана. Как говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в аяте в сурат Аль-Бакара, «Шахру Рамадана, аллази унзила фихи Аль-Кур'ан». القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Месяц Рамадан – это тот месяц, в который Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ниспослал Коран. Это тот месяц, в который Аллах Субхану ва Тааля ниспослал Коран. هدى للناس – этот Коран показывает прямой путь людям. وبينات من الهدى والفرقان. И также он разделяет, разъясняет прямой путь от неправильного пути. حق عن الباطل – истину от лжи, разделяющий Коран. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля также в Коране сказал: «Инна анзалнаху фи лейлатиль кадр». Мы его не спаслали. «Инна анзалнаху фи лейлатиль кадр». Мы не спаслали его в ночь предопределения, в ночь могущества, в ночь лейлатиль кадр. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал: «Инна анзалнаху фи лейлатин мубарака». Мы не спаслали его Коран в благодатную ночь, то есть в ночь предопределения. Теперь давайте с вами задумаемся. Все, что с Кораном связано, все это баракатное, все это благодатное. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Шахру Рамадана, аллази унзила фихи Аль-Куран». Месяц Рамадана – это тот месяц, в который Аллах Субхану ва Тааля ниспослал Коран. Поэтому самый благодатный месяц – это месяц Рамадан.
Самая благодатная, самая лучшая ночь какая? Лейлятуль Кадр. Да Аллах Субхану ва Тааля, чтобы мы дожили до этой ночи, чтобы Аллах провели ее в поклонении, чтобы Аллах Субхану ва Тааля принял от нас поклонение в ночь Лейлятуль Кадр, аллати хия хайру мин альфи шахр, которая лучше, чем тысячи месяцев. Чтобы в эти дни, в эти ночи мы были из тех людей, которые никогда не увидят ад в списке утакау минан нар, в списке тех людей, которые спаслись от наказания ада. Чтобы тахиятуна, наш приветствие в судный день было «Саламун алейкум бима сабартум фадхулуха халидин». Мир вам за то, что вы проявляли терпение. Заходите в нее в рай, в райскую обитель. Вечно. Все, что связано с Рамаданом, благодатное. Самого лучшего Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля, Коран от Аллаха Субхану ва Тааля. Речь Аллаха, речь Творца, речь Создателя. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ва иннаху латанзилу раббил аалямин». Поистине он, Коран, не спосылание от Господа миров. От Аллаха Субхану ва Тааля. Самый лучший ангел избран для этого. «Назана бихи рухуль амин». С ним не спустился ангел Джабраиль, алейхиссалям. На самое лучшее сердце. На самое лучшее сердце Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям. «Аля кальбик литакуна миналь мунзирин». На твое сердце, дабы ты был из числа увещевателей. И на самом лучшем языке. «Билисанин арабим мубин». На четком, ясном арабском языке. Все, что вокруг Корана, в этом есть баракат. Поэтому каково наше положение, братья и сестры, сегодняшний день, в месяц Рамадана, в месяц Корана. Мы знаем то, что великие действия, великие деяния перед Аллахом Субхану ва Тааля – это пост. Сам по себе пост. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Сауму фи сабилиллахи юбаду бидзалика ваджху анин нар бисаб'ина харифа». Один день поста ради Аллаха Субхану ва Тааля отдаляет от наказания ада на 70 лет. Один день поста отдаляет на 70 лет. Если человек сделал разговление без причины, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла юкбалу минху ва лава». Если он без причины сделал разговление, после этого ему тяжело будет восстанавливать пост, не примется от него, даже если он будет поститься целый век, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть такую великую награду теряет. Но хотя, несмотря на это, он должен поститься. Должен поститься, если оставил разговление, сделал без причины. Но однако, такую великую награду он теряет, этот человек. Пост – это великое деяние. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Мен мата ва хуа саим фа дахаля аль-джанна». Кто умер, будучи постящимся, зашел в рай, сказал, саллаллаху алейхи ва саллям. Коран – тоже великое действие, чтение Корана. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям: «Ас-сауму юхаджу ан сахибихи яуман кияма фа якулу, я Рабби манаату ан акли ва шурби фи нахар». Пост будет заступником за того, кто постился, и скажет, заговорит пост в судный день: «Ой мой Господь, я Аллах, я Рабби, я ему запретил кушать и пить днем, дай мне заступничество за него». Коран также скажет: «Фаякулу Коран, я Рабби манаату анин науми биллейль, факараани, фашафи'нили». То есть: «О мой Господь, поистине я ему запрещал спать по ночам, он читал меня. И дай мне возможность быть заступником за него». В этот месяц, уважаемые братья, два великое поклонения собрались. Ас-сиям валь-Куран. Пост и Куран. Поэтому почему мы не оживим свой Рамадан через Куран? Почему мы свой Рамадан не оживим через чтение Курана, через размышления над Кураном, через заучивание Курана, через халакат аль-Куран? Сейчас мы сидим в домах, через кружки Курана. То есть, например, выбрать время после асра намаза с детьми, с супругой, с близкими, сидеть, читать Коран, чтобы, например, супруга, дети сдавали главе семьи Коран. Потом папа может сказать: «Сыночек, проверь у меня, правильно ли я читаю или нет, проверь мое чтение». За это им какие-то детям какие-то подарки, если ты его столько-то выучишь в Рамадан, столько проучишь, чтобы у них был хирс, чтобы их... У них была именно вот эта вот у детей любовь к Корану, чтобы их поддержать на этом пути, подарить им какие-то подарки за то, что если они больше прочитают и выучат. Почему мы не хотим оживить этот месяц Рамадан? Почему бы нам не оживить этот месяц Рамадан с Кораном? Поэтому этот месяц, месяц Корана, уважаемые братья и сестры. Поэтому задается вопрос, что лучше в этот месяц, больше читать Корана или читать тафсир? Альхамдулилля. Если раньше, когда мы не были в домах, то есть имеется в виду, когда мы были на работе, когда не было этого режима самоизоляции, мы могли бы там найти отговорку: «У меня работа, у меня сейчас нету такого». Альхамдулилля, ты сидишь дома, брат мой, ты сидишь дома, сестра моя. Поэтому сделай время для быстрого чтения Корана, чтобы, например, как мы говорили, минимум, чтобы один раз закончить Коран,
тот, кто читает по-арабски в этот месяц, и сделай отдельный джальса, литадаббур Кур'ани, отдельное время, скажем, между Асром и Магрибом, например, за час до Магриба, один час выдели, два часа, дабы размышлять над Кур'аном, читать тафсир Кур'ана, асбабы нузюль, причины неспосылания. Неужто нам это не интересно, уважаемые братья и сестры? Неужто нам не интересно? Аллах в Кур'ане говорит: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. Мы не спаслали вам книгу, и в этой книге вы упомянуты. Мой брат, моя сестра, я, ты упомянуты в этой книге, в Коране. Неужто нам это не интересно? Поэтому мы должны любить Коран. Мы должны жить с Кораном. Если не в этот месяц, то задается вопрос, когда? Когда? И это великое благо, как сказал имам Шатиби: «Хуа хайру джалисин, ла юмаллю хадитуху, ва тардадуху, яздаду фихи таджаммуля». Самый лучший собеседник, от которого ты не устаешь с ним разговаривать, то есть постоянно ты его читаешь, он тебе не надоедает, и чем ты больше его читаешь, повторяешь, тем он красивей, чем он звучит красивей, сказал имам Аш-Шатиби. И также, альхамдулилля, Коран мы должны сейчас в это время обучать своих детей, чтобы дети тоже любили Коран, чтобы они тоже полюбили. Потому что вклад, мы говорим, мы должны вкладывать дети в наши потомства. Детей нужно вкладывать. То есть, ну и опять же, родители думают, так, самую лучшую школу ему посмотреть, самую, потом он, когда уже самых лучших учителей ему нанять, там, потом уже думают, самые лучшие вузы, в какой вуз, чтобы поступил, и так далее. Мы это все об этой дуне думаем, альхамдулилля, это нужно. Но неужто мы не должны с вами думать о вечности, о хирате, о наших детях? И о самих же себе. Почему? Потому что вклад, валлахи, вклад наших детей через Коран принесет нам тоже. Принесет нам прибыль великую в судный день. Какую прибыль? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал родителям чтеца Корана, кари аль-Коран, чтеца Корана, его родители в судный день оденут короны из золота и одежду из шелка. И, как сказал имам Шатиби в стихах, «Ханиан мари анваридака алейхима малабису ланвари минаттаджи вальхуля». «Ханиан мари ан», то есть это такое высказывание, когда человек садится кушать, ему говорят «Ханиан мари ан», приятного аппетита, да? То есть имеется в виду «радуйся, радуйся». «Валидака алейхима», твоим родителям, то есть обращение к чтецу Корана, твоим родителям оденут «малабису ланвар», одежду нура минаттаджи вальхуля, из корон и драгоценностей. И все будут говорить: это родители чтеца Корана. Какой великий почет в день суда, когда Аллах Субхану ва Тааля всех соберет на одном махшаре. Кого-то, как Аллах в Коране говорит, фарикун фил джанна, ва фарикун фил саир. Одна категория людей, одна группа будет в раю, другая категория, другая группа будет в аду. Аллаху а'лям. Аллаху а'лям. Мы только надеемся на милость, на прощение Аллаха Субхану ва Тааля. Из какой мы категории будем? Сахабы плакали, когда читали этот аят. Один из подвижников всю ночь читал, и слышно было его, Азиз, и слышно было его стоны от его вот этого плача, как он плакал, плакал. Потом зашел сосед: что ты с тобой случилось, почему ты плакал? Абкатния ая. Говорит, мне, говорит, заставило плакать меня аят. Аллаху а'лям, чтобы не ошибиться, что за сахаба, если не ошибаюсь, это был Усман ибн Аффан, радиаллаху анху, валлаху, иншаллах, знаем, но один из подвижников достоверных источников. И когда спросили его, что же тебя заставило, «Абкатни ая», заставило меня плакать этот ая. Какой ая? «Фарикун фил джанна, ва фарикун фил саир, фаля адри, мин айи фарикин ана». Одна группа людей в аду, другая наслаждается в раю. Я не знаю, в какой из этих групп я буду. Такие были сподвижники, хотя Аллах Субхану ва Тааля все сахабы похвалил в Коране и сказал: «Лакад радиаллаху анху». Аллах Субхану ва Тааля доволен им. لقد رضى الله عن المهاجرين والأنصار. Аллах Субхану доволен мухаджирами, ансарами. Однако таково было состояние, трепет верующих сахабов по отношению к ахирату, по отношению к вечности. Поэтому, как сказано в Коране: الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Это те люди, описывает Аллах Субхану ва Тааля верующих, которые дают то, что Аллах Субхану ва Тааля им дал. То есть расходуют на пути Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, при этом их сердца боятся, наполнены трепетом то, что они вернутся к Аллаху Субхану ва Тааля. Аиша радиаллаху анха спросила касательно этого аята посланника Аллаха саллаллаху алейхи салям, сказал: «Я Расулаллах, аллазина йутуна ма ата ва кулубахум ваджилатун аннахум иля раббихим раджиун». Говорит, эти Аллах, о котором сказал в Коране,
их сердца наполнены трепетом, то, что они вернутся к Аллаху. Это те люди, которые совершают кабаир, большие грехи, то есть яшрабун аль-хамр, язнун, то есть они пьют алкоголь, валь-ияду билля, совершают прелюбодействие и боятся, их сердца наполнены трепетом, то, что они к Аллаху вернутся, и Аллах, субхану таля, их накажет. На что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ля, нет, это не те. Это не те, которые совершают грехи и боятся. А кто это? Алладина. لا يفعلون الكبائر الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وقلوبهم واجلة هل يقبل أو لا. Нет, это не те. Однако это те люди, которые не совершают больших грехов, которые молятся Аллаху, выдают зака, то есть практикующие верующие, но однако переполнены трепетом их сердца, принятся ли их деяния или нет. Принятся ли их деяния или нет. Поэтому сахаба, ридуан Аллаху алейхим ва саляфу салих, они смотрели на эту важную, так скажем, вечно важную точку кабуль аль-амаль, принятся ли деяния или нет. Поэтому, уважаемые братья и сестры, чтобы наши деяния были приняты, что должно быть в наших сердцах? Ихлас. Должен быть ихлас, должно быть искренность ради Аллаха субхана ва тааля. Искренность ради Аллаха субхана ва тааля. Поэтому, когда мы с вами читаем каждый день в намазах ияка наъбуду ва ияка настаин, тебе только мы поклоняемся и у тебя только просим о помощи, как Ибн Кайм рахмаллах своего учителя приводит, то, что сказал вот эти ияка наъбуду, тебе только поклоняемся, ва ияка настаин, и у тебя просим о помощи, татруду шайан, две вещи отдаляет, отталкивает. Ибада, поклонение, что отдаляет, когда ты говоришь, тебе мы поклоняемся, татруду ар-рия, отдаляет рия, показуху. Ияка настаин, тебе только у тебя просим о помощи, отдаляет кибрия, высокомерие. То есть ты какого бы положения бы не достиг, ты нуждаешься в Аллахе Субхану ва Тааля. И так как ты говоришь, у тебя просим о помощи, верующий понимает, акалан, своим разумом, своим сердцем понимает то, что وَمَا كُنَّ لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. Мы не нашли бы этот путь, если бы Аллах Субхану ва Тааля не поставил нас на этот путь. Аллах дал нам возможность, Аллах Субхану ва Тааля нам помог. Он только нас поставил, и мы просим, ثَبِّتَنَا يَا اللَّهُ. Так как ты нам показал на этот путь, укрепи нас на этом пути, я Аллах, укрепи нас на этом пути. Аллахумма саббитна иза стакамна ва кавумна иза аваджажна. О Аллах, укрепи нас, если мы встали на прямой путь. Если мы сходим с пути, то обратно выровни нас на этот путь. Поэтому, уважаемые братья и сестры, Коран – это великое, это шафи'а яум аль-кияма, это заступник судного дня. Это почет для верующего человека. Фихи из. В этом, в Коране почет для верующих. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, بهذا الكتاب رفع الله أقواما ويضع آخرين. Через эту книгу, через Коран, Аллах возвышает народы, а других унижает, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому ты, брат, ты, сестра, возвышена перед Аллахом субхана ва тааля, если ты с Кораном, если ты читаешь Коран, если ты размышляешь над Кораном, если ты в своих действиях совершаешь согласно Корану, то ты возвышен перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Человек, который отвернулся, отдалился от Корана, он униженный и в этой жизни, и вечно, валь-ияду билля. Пусть Аллах Субхану ва Тааля нас всех спасет, убережит. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Тати аль-бакра валь-имран йаум аль-кияма каннахума гамаматан ау фирқан мин тайри саваф". В судный день придут две суры, Аль-Бакара и Аль-Имран. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Икра Аль-Бакара и Аль-Имран. Читайте Аль-Бакара и Аль-Имран. В судный день они придут подобно двум тучам или подобно двум стаям птиц, будут заступничать за того, кто их читал в судный день. Тебе, человеку скажут, Саракт, ты что-то своровал, Казибт, обманул. Тут такой ты грех совершил. Эти две суры будут заступничать. Я Аллах, мы просим заступничества. Я Аллах, прости его. Субханаллах, какое великое благо. Какая великая милость, уважаемые братья и сестры. Поэтому родителям оденут часа Корана короны на голову. И будет одежда из жемчуга, из драгоценностей. А сам чтец Корана, как говорит имам Ашшатаби, «Фама ваннукум бин наджли инда джазаихи, уляика ахалю Аллахи ва сафвату льмала». А что вы хотите ли знать, говорит, что вы думаете о том, кто сам живет с Кораном, кто чтец Корана, кто выучил Коран? Уляика ахлюллах ва сафвату льмала. Это люди ахлюллах, семейство Аллаха, приближенные люди к Аллаху. И элита судного дня. Элита судного дня. Ла хавля ва ла куввата илля биллях. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ахлюль Коран, хум ахлюллахи ва хассату.
Поистине, ахлюль Кур'ан, люди Кур'ана, те, кто живут с Кур'аном, читают Кур'ан, заучивают Кур'ан, любят Кур'ан, это семейство Аллаха и приближенные люди к нему. Потом у них есть сифаты, у них есть описание, какой же должен быть тот человек, который читает Кур'ан. Улюль бирри, валь ихсани, валь сабри, валь тука, хулахум биха джаан, Кур'ану муфассада, говорит имам Шатиби, улюль бир, валь ихсан, это те люди, что в тебе зарождает Кур'ан, воспитывает тебя как Кур'ан, улюль бир, благодатный человек. Валь-Ихсан, тот человек, от которого исходит добро, как себе и так по отношению к другим. Вас-Сабр, терпеливые люди. Вот-Тука, и богобоязненные. И потом имам Шатиби красиво сказал, это одежда часа Кур'ана. То есть одежда, человек любит, например, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Инна Аллах джамиль юхиббу джамаль». Аллах красивый, любит все прекрасное. Верующий одевает чистую, хорошую одежду. Но однако одежда есть как хиссия, как вот, которую можно потрогать, увидеть, а еще ма'навые, скрытая одежда, именно часа Кур'ана, это в чем она заключается, в четырех вещах, аль-бир, аль-ихсан, ас-сабр, ат-тука, аль-бир, все благое, все хорошее, аль-ихсан, добро и так далее, ас-сабр, терпение, вот тука, тука, богобоязненность, вот эта одежда, рубашка, часа Кур'ана. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мы знаем, то, что он был очень щедрым из людей. Приводятся хадисы, которые приводит Ибн Аббас, радиллаху анху, анна наби, саллаллаху алейхи ва саллям, кана аджвада ан-нас. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был самым щедрым из людей. Ва кана аджваду ма якуну фи рамадан. А самый щедрый он был, когда? В Рамадане. Более щедрее он еще был в Рамадане. Хина ялкаху Джибриил, ва юаллимуху аль-Кур'ан. В тот момент, когда к нему приходил Джибраил, алейхи салям, и обучал его Кур'ану. В каждый Рамадан Джибраил, алейхи салям, приходил и был устадом, шейхом, пророком Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, устадом, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, в области Кур'ана. Он его обучал Кур'ан. От Аллаха, субхану ва та'аля, передавал ему. Но в последний год, когда он жил, последний Рамадан, два раза приходил к нему Джибраил, алейхи салям. Уже они с ним повторяли. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, сдавал ему Кур'ан. Тогда уже он чувствовал то, что смерть где-то близка, потому что Джибраил, алейхи салям, в этот год мне два раза пришел. И вот тогда, когда приходил Джибриил, алейхиссалям, посланнику Аллаха, саллаху алейхиссалям, в Рамадане и обучал его Кур'ан, он еще более щедрее становился. Почему? Потому что сам Кур'ан юрасу фи кальби кариихи аль-гина. Потому что сам Кур'ан зарождает в сердце того, кто его читает, гина, богатство, независимость. Поэтому это из понимания фикха Ибн Аббаса, радаллаху анху. И когда он читал Кур'ан, у него вот это богатство зарождалось, и он еще щедрее становился, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям. Также в достоверном источнике пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был рядом, находился рядом с Джибраилем, алейхи салям. И тогда спустился малек, спустился ангел. Услышали звук, звон, такой звон, накид, то есть накид это... Саутуль баби ида футих. Накид это скрип двери, когда открывается. Услышали только двое, кто? Джибраил алейхиссалям и посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям. И тогда, то есть, остальные никто не слышали, сахабы не слышали. Это доказательство того, то, что есть звуки, которые слышат кто-то, а другие люди не слышат. Как, например, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, проходя через могилы, говорил, сейчас они наказываются. Все слышат это наказание, кроме сакалей, кроме джинов и людей. И вот этот звук услышал Джибраил алейхиссалям и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. На что сказал Джибраил, алейхи салям, «Хада бабун мин ас-сама и футих». Это звук двери, которая открылась в небесах. Открылись небеса. Спустился ангел. Этот ангел, «Лам юнзаль кабль иля л-арт». Этот ангел до этого не спускался на землю. Первый раз спустился. И «Юзан лаху». И «Лам ястайна рабба». Этот ангел не спросил разрешения у Аллаха, субхану ва та'аля, спуститься. Хотя ангелы, асль, основа, они спрашивают разрешение у Аллаха перед тем, как посылаться. Как сказал Аллах в Коране, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَ وَمَا خَلْفَنَا. То есть мы не спускаемся только с разрешением нашего Господа, твоего Господа, и мы принадлежим все, что перед нами и позади нас. Все, вся власть принадлежит Аллаху. Мы с его разрешения только спускаемся. Однако этот ангел без разрешения спустился и саляма алейхима, дал салям. Кому? Пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И кому? Джибраилу, алейхи салям. И сказал, «Я Мухаммад, абшир бинурейни утитахума». «О, Мухаммад, радуйся двумя нурами, двумя светами, которые тебе дано». «Фатихатул китаб вахиру сурату аль-бакара». Это открывающая книгу, то есть сура аль-фатиха и последнего аята из сурату аль-бакара. То есть радуйся этим, сказал ему
этот ангел. То есть, почему радуешься? Потому что награду ты берешь великую. Какую награду берешь все из Корана? За каждую буковку берет, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, то есть за одну букву берет 10 наград. Уаля акулу алиф ла мим харф, бал алифун харф, ва лам харф, ва мим харф. Я не говорю, говорит Джибраил алейхиссалям, я не говорю, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, то что алиф ла мим — это одна буква. Алиф — одна буква, лам — вторая буква, мим — третья буква. Человек стал намаз: Аллаху акбар, алиф ла мим. После фатихи, да, я прочитал алиф ла мим. Уже взял 30 наград. Уже взял 30 наград, за которые он получит, увидит в день, когда не поможет ничего, кроме как илля ман ата Аллаха бикалбин салим, кроме тот, кто пришел к Аллаху субхану ва тааля чистым, с прозрачным сердцем. Поэтому это великая награда, уважаемые братья и сестры, альхамдулиллях. Чти Курана, те, кто жили с Кураном, они всегда были возвышены. Как в Ахирате, как мы сказали, это элита судного дня, так и в этой жизни. Возьмем Убей ибн Каб. Убей ибн Каб, сахаби аль-джалиль, великий сахаба. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к сахабам и сказал: «Инна акраакум Убей». Наилучший из вас это Убей. Убей ибн Каб. Наилучший чтец из вас Убей ибн Каб. И тогда, то есть мы знаем, кто такой Абу Бакр, знаем Умар, знаем Усман, Али, Убей. Многие не знают даже такого сахаба. В чем же он отличился? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подошел к нему и сказал: «Я Убей, инна Аллаха азза ва джалла амарани ан акра алейка сурат аль-байна». «О Убей, поистине Аллах субхана ва тааля мне приказал тебе прочитать сурат аль-байна». То есть посланник Аллаха приказал Аллах субхана ва тааля, чтобы он прочитал Убей ибн Каабу. На что ответил Убей: «Я Расул Аллах, ассаммани Аллаху лак». «О посланник Аллаха, Аллах мне тебе, меня тебе напомнил, то есть среди ангелов он произнес мое имя Убей». Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Каля наам», сказал: «Да». «Фан фаджара букаан». И Убей ибн Каб сильно разрыдался, сильно начал плакать из-за радости. То есть, посмотрите, среди ангелов Аллах произнес имя Убей. Убей Аллах произнес. И пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Прочитай ему суру Аль-Байна». Аллах субхану ва тааля не сказал про Абу Бакра, который был первым халифой, да, не сказал Умар, который был шуджаа, который был храбрый, адель, справедливый, не про Али, радаллаху ан, который был шуджаа, не про Утмана, который много расходовал на пути Аллаха субхану ва тааля, не произнес Халида бин Валида, который был фи суфуф аль-муджахидин, который был впереди во время битв, не сказал он, не произнес имя Абу Хурейра, такого, который достиг в области хадиса, а имя кого? Убей. Почему? Потому что он был самый лучший чтец священного Корана. Поэтому Аллах субхану ва тааля возвышает, а других унижает через Коран. Также Абу Муса аль-Ашари, у него был прекрасный голос, когда он читал Коран. А пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Зайину аль-Кур'ана би асуатикум», украшайте Коран своими голосами. «Ва зайину асуатикум бил Коран», и украшайте свои голоса Кораном. Абу Муса аль-Ашари, когда возвращались после битв ночью, каждый кабиля, каждый клан, каждое племя шло со своим племенем. Это Бану Сакиф, Бану Бакр, Курайшиты. Отдельно каждый со своим кланом шли, а племя Хузаа отдельно шли. А Ашариин, они отдельно тоже со своим кланом шли. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инни ла а'ляму мавадиа аль-Ашариина бил-лейли, ва иллам акун а'риф мавадиахум бин-нахар». Я знаю, говорит, в каком месте сейчас находится, вот когда мы возвращаемся, племя Ашариин, ночью я знаю, даже если я бы не знаю, когда, где они находятся днем. Бихусни асватим, через их красивые голоса. То есть они шли и своим племенем, то есть когда возвращались, читали Коран, у них были красивые голоса. И когда читал Абу Муса аль-Ашари Коран, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подошел к нему сзади и сказал, и начал слушать, как он читает Коран. Когда он развернулся, Абу Муса аль-Ашари, к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Я Расул Аллах, лау кунту адри аннака тастамиу илайя ла хаббартуху лака тахбира». «О посланник Аллаха, если бы я знал, что ты слушаешь меня, я бы расчернил бы тебе этот Коран». То есть имеется в виду, еще больше красивее бы прочитал бы. На что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Я Аба Муса, утита мизмаран мин мазамири али Дауд». «О Абу Муса, тебе дано мизмар, горн, который было во времена Дауда алейхи ва саллям». Во времена Дауда алейхи ва саллям, когда Дауда алейхи ва саллям читал
Таура, Аллах в Коране сказал: «Я джибану ауиби ма'аху ваттайр». О, я джибаль, обращайся, о горы, ауиби, повторяй вместе с ним. И птицам, то есть птицы летали, слушали, когда Дауд алейхиссалям читал забур. То есть такой прекрасный голос был. Когда читал забур, горы повторяли то, что он читает. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Абу Муси: «Утита мизмаран мин мазамири али Дауд». Тебе дан горн, который был у потомства Дауда, алейхиссалям. Ибн Мас'уд, радаллаху анху, великий сподвижник, чтец Корана. Когда он читал Коран, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, подошел к нему и сказал: «Икра алейя», прочитай мне. На что он ответил: «Акра алейка ва алейка унзиль», тебе я буду читать, ведь тебе он не послан, я Расулулла. На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инни ухиббу ан астамиа мин гайри», я люблю слушать от кого-то помимо себя. Я люблю слушать от кого-то помимо себя. И прочитал он сурат ан-Ниса, дошел до аята: «Факейфа иза джина мин кулли умматин би шахидин ва джина бика аля хаулай шахида». Как нас будет в тот день, когда из каждой уммы, из каждой общины мы приведем шахида, свидетеля, и ты будешь свидетелем за них всех. Тогда бакан наби саллаллаху алейхи салям, заплакал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Хасбук», достаточно. Достаточно, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И также, что самое последнее, что услышал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это аят из Корана, когда читал он. Когда он лежал на руках Аиши, радаллаху анха, и Аиша, радаллаху анха, он сказал: «Я Аиша, фаинна ль-анбия юхайяруна кабля ль-маут». Поистине, пророкам перед смертью дается выбор. «Имма хулуду фид дунья, ау интикал иля Аллах, иля рафиг ль-а'ля, сумма иля ль-джанна». Говорит, или навечно остаться в этой жизни, или вернуться к Аллаху и в рай. И когда ему сказали, дали выбор пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, с кем ты хочешь остаться в этой жизни, или ма аллазина анъама Аллаху алейхим мин ан-набиин вас-сиддиқин ваш-шухадаи вас-салихин ва хасуна улайка рафиқа, или вместе с теми, кому Аллах оказал свою милость, из пророков, из правдивых, из шахидов и из праведников. На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Маа рафиқ аль-а'ля, маа рафиқ аль-а'ля», с высшей категории, с высшей категории. И так покинул жизнь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, уважаемые братья и сестры, Коран – великий подарок, Коран – великая милость Всевышнего Аллаха, субхана ва та'аля. И мы должны обучать наших с вами детей тоже Корану, чтобы они, альхамдулилля, в этой жизни, альхамдулилля, тоже изучали Коран. Как говорится про имама Аз-Захаби, имам Таджиддин Аль-Кинди сказал, что «Аз-Захаби хафиз Аль-Куран, ва хуа фи ашра синин, би акраат аль-ашра». В 10-летнем возрасте он выучил Коран 10 каратами, 10 видами чтения. Поэтому, субханаллах, то есть он такие были сахабы, такие были табиины, такие были те люди, которые были до нас. То есть они ценили Коран, и они любили Коран, и жили с Кораном. Поэтому, как бы было бы хорошо, то что Коран, он также укрепляет семью. Если мы вместе с семьей будем сидеть, дети будут себе сдавать Коран, читать Коран, повторять Коран, супруга читает, подходит к отцу, спрашивает тафсир этого, того, аят, это тоже сближает и укрепляет, альхамдулля. И они, как мы сказали, то, что судный день, иншаллах, будут причины, то, что мы с вами, наши дети, если выучат Коран, будут причины, то, что нас оденут в эти драгоценности. Представляете, не знает, одна группа в аду, другая группа в раю, а это будет идти в судный день и одетый, уже понимание есть, где он будет находиться, субханаллах. Какая великая милость, уважаемые братья и сестры, в тот день, который будет длиться хамсина альфасана, 50 тысяч лет. Поэтому и в этой жизни также мы получим барака. Они будут жить и относиться к своим родителям соответственно Корана. Соответственно Корана по справедливости, по тому, что приказывает Всевышний Аллах, субхану ва та'аля. Поэтому переводится то, что Ибн Гафль аль-Макки говорит то, что «Анна Язид Тайфур бин Иса аль-Бистами кана сагиран». То есть вот это вот Абу Язид Тайфур ибн Иса аль-Бустами, он был маленьким. И когда был маленьким, читал Коран. И первое, что выучил: «Я айюха аль-Музаммил кум ил-лейла илля калила». О, завернутый, то есть обращение к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, выстаивай ночь, кроме как немного, то есть меньше спи, больше выстаивай по ночам. Тогда он обратился к своему отцу и сказал: «Я аби, я абати, о мой папа». А кому Аллах обращается в Коране и говорит: «Выстаивай ночь», а его отец не читал ночные намазы? Он сказал:
Это хитаб иля наби, саллаллаху алейхи саллям. Это обращение к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи саллям. Для него был обязательно молиться по ночам. Для него тахаджуд был фардом. Потом уже, когда дошел до аята, «Инна раббака я'ляму аннака такума адна мин сулусай лейли ва нисфаху ва сулусу ва таифату мин аллатина маак». То есть, когда описывается, Аллах, субхана ва тааля, знает то, что ты выстаиваешь столько-то количество ночью. И также сказано, и те, кто таифа, таифа маак, то есть группа людей, которые выстаивают вместе с тобой. Тогда он ответил ему, сыночек, маленький сыночек, Абу Язид своему отцу говорит, «Папа, а что за группа, которых Аллах, субхана ва тааля, говорит?» Группа людей выстаивают вместе с пророком. На что отец его ответил, «Хауляй сахаба, ябуней, это сахабы, о мой сыночек». И тогда этот маленький мальчик говорит, «Я аби, я». То есть, представляете, как ты, ихрач, да, такое как-то, для отца как-то такое положение его сын поставил. Говорит, «Я абати, валима ля тухиббу антакуна маан наби, саллаллаху алейхи ва асхаби». «О, папочка, почему ты не хочешь быть подобно пророку и сахабам?» На что после этого его отец никогда не оставлял ночную молитву. Никогда не оставлял тахаджуд намаз. Уже при жизни сына, уже через Коран воспитал своего отца. И когда он сказал потом, когда читал ночью намаз, его сын проснулся и говорит, «Я абати алли мне саля усалли маак». «О, папочка, обучи меня молитве, как брать омовенник. Я с тобой хочу вместе молиться». На что он сказал, «Ним иннака сагир, иди спи, ты еще маленький». Он говорит, Кораном отвечает своему отцу и говорит, «Хорошо, — говорит, — я пойду спать, но когда в судный день ясдару наса аштата ли юрау а'маляхум, когда люди воскреснут в судный день, чтобы увидеть на свои дела, и Аллах, субхана ва тааля, у меня спросит, почему ты не выставил ночную на молитву, я скажу, я просил своего отца обучить меня, фаху аба, а он отказался». И тогда отец обучил его, как молиться, и он вместе с ним выставил. Джамиль аль-хайя мина Кур'ан. Красивая жизнь вместе с Кур'аном. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в Рамадане, кана юхи лайяли Рамадан. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ночью в Рамадане вообще не спал. Вообще не спал. Ва иза джаа ашра вахир, а когда наступали последние 10 ночей, будил семью, и вместе они молились. Как передается Худейф, от Худейфа, радаллаху анху, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал такбир на намаз, ночной намаз после Айша. В первом аяте говорит, я за ним, факаббарту вара, я за ним встал, начал читать. После Айша намаза, таравих намаз, киям. Прочитал в первом ракаате сурату аль-Бакара, потом Али Имран. Я Бакара прочитал, думал, что сейчас закончит. Потом Али Имран начал. Потом прочитал Ан-Нисе. То есть в каждом аяте, где говорится о наказании судного дня, он останавливался, плакал, саллаллаху алейхи вассалям, где предостережение. Говорит, так долго читал, потом фаата Билаль, фааддана аль-фаджр. Пришел Билаль, алейхиссалям, Билаль, радаллаху анху, фааддана аль-фаджр. Билаль, радаллаху анху, пришел и сказал, азан на утреннюю молитву. Вот так выставил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однако, конечно, мы будем стараться с вами, иншаллах, быть похожи на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и на сахабов. Поэтому, конечно, мы не сможем быть как полностью, как они, но однако хотя бы стараться быть похожим, как сказал поэт шаир, ташаббуха бихим фа иллям такуна мислахум фа инна ташаббуха биль-кирами фалахун. Старайся быть похожим на них, даже если ты не как они, однако стараться даже быть похожими на праведников, на таких благих людей, это фалах, это великий успех. Да, Аллах субхана ва тааля, уважаемые братья и сестры, когда мы долго ждем, бывает, какое-то письмо от кого-то, да, даже близкому человеку написал и ждешь, чтобы он побыстрее тебе написал ответ. Так ты ждешь этого письма. Однако обращение к нам, письмо, обращение от Аллаха – это Коран. Мы должны его ждать, должны любить, должны ценить, должны держать. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, «Таракту фикум амрейн лям тадиллю тамассахтум бихима». Две вещи я вам оставил, никогда не собьетесь, если будете крепко держаться. В другом хадисе сказано – «Адлу алейхи бин наваджид». Держите эти две вещи крепко, коренными зубами. «Китаб Аллах», книга Аллаха, «Ва суннати», и моя сунна, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям. Я прошу Аллаха, субхана ва тааля, сейчас мы с вами постимся. Прошу Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, чтобы мы с вами были из Ахлю Кур'ан, из семейства Кур'ана, из всех людей, которые с Кур'аном, «Алладзина хум Ахлю Аллахи ва хассату», и те они, которые семья Аллаха, приближенные люди к Аллаху, и избранные его люди, и они
люди Аллаха, приближенные люди Аллаха, семейство Аллаха и элита Судного дня. Амин. Вассаляллаху аля набиина Мухаммад.